Длительность и эффективность от процедуры зависит от индивидуальных особенностей организма, от типа кожи, состояния ее, структуры и толщины волоса, цвета волоса. Все зависит от этого, как настроен человек. Когда клиент делает процедуру постоянно, периодически, в одно и то же время, тогда и эффект от депиляции будет намного лучше. Потому что периодичность улучшает состояние кожи, легче удаляется волос. Если вам уже приспичило идти на процедуру, но вы не знаете, пора вам или нет, и не можете решить, достаточно этих волос или нет для процедуры, то вы можете просто сфотографировать кусочек кожи, где есть волосы, и отправить мастеру. И мастер определит и скажет вам, пора приходить или нет. Ну, это делается это один раз только, первый раз, когда вы идете на процедуру. А затем вы уже сами знаете, мастер сам говорит вам, объясняет, когда вам лучше подойти. Вы выбираете время, записываете заранее через 3 недели, на какой день, на какое время, оговариваете все это. И мастер записывает у себя в блокноте вашу дату и время, а клиент у себя делает напоминание. Заранее, чтобы прийти, не опоздать. На процедуру нужно приходить, приняв душ, и все. Удалять волосы не надо, подщипывать не надо, вокруг прибираться не надо, вокруг волосков, поэтому ничего делать не нужно, мастер все сделает сам. Некоторые люди приходят с работы, и нет возможности, допустим, помыться. Можно обтереться просто влажными салфетками. У мастера есть средства, которыми он обрабатывает кожу. Это лосьоны перед эпиляцией. Лосьоны не только подготавливают кожу для эпиляции, убирают жир, пот, грязь, но они также и способствуют удалить и запахи, и продезинфицировать кожу. Поэтому не бойтесь, если у вас нет возможности после работы, допустим, сделать какие-то гигиенические процедуры, мастер это сделает. Нормальный мастер обязательно это сделает и протрет вам все, и все сделает как нужно. Для женщин желательно перед процедурой вставлять тампон. Нигде об этом не говорится, нигде это не оговаривается, но я всегда говорю своим клиентам, будете вы защищены и будет защищен мастер, чтобы не было лишних выделений, запахов, ну и прочего. Потому что выделения мешают процедуре. Это гигиена тоже. Веревочка, которая будет торчать, не мешает. Многие не могут вставить. У некоторых уже после климакса очень сухо внутри, и им сложно вставить тампон. Но ничего страшного. После климактического периода уже проще работать, уже меньше выделений, и проще работать, меньше уже такой вот влаги выходит. Естественной влаги женской секреции. Поэтому ничего страшного в этом нету, но желательно все-таки использовать тампон. Мои все клиенты, которые приходят ко мне перед процедурой, всегда вставляют тампон. Защищен мастер, защищен клиент. Какие же рекомендации существуют после депиляции? Первый день, первые сутки, может быть, не нужно ходить в баню, не нужно мыться мылом, просто можно мыться водичкой. Это будет вполне достаточно. Не нужно пользоваться дезодорантами, кремами, если это на лице была депиляция, тем более маслами. Тем более маслами, потому что поры в течение суток еще открыты, и если масла попадут туда, будет потом закроются поры, это затянется, и масло может остаться. Хотя, конечно, наша кожа все выталкивает наружу, но это неприятно будет все равно, если какая-то маслянистая текстура попадет внутрь кожи. В поры, я имею в виду. 24 часа. Бассейн, баня, загорать, спортзал, там, где вы потеете, тоже нежелательно, потому что это будет все щипать. Пот, он соленый, он тоже так же будет попадать на участки кожи.
Тем более, если это первая процедура. Нужно пить побольше водички чистой, нужно увлажнять кожу. Пилинг перед процедурой, это где-то за день до процедуры, нужно просто поскрабить кожу, чтобы убрать все омертвевшие частички. Можно поскрабить, а можно ахокислотами просто протереть ее и вытереть насухо. Оставить на полминутки кислоты и протереть насухо, кто пользуется ахокислотами. Между процедурами не нужно использовать бритву, не надо подбриваться, и эпилятором убирать или еще кремами, это не нужно абсолютно. Удлинит процедуру, вернее, прием следующей процедуры, и волос будет, естественно, больше, когда они у вас отрастут по новой, их будет больше. Есть случаи, когда ко мне приходят девочки и говорят: ой, ты прости, но я побрилась, мне срочно нужно было там пойти на мероприятие, у меня открытое платье, и я подмышки просто побрила, я не могла же идти с этими волосами, которые у меня отросли. Поэтому да придите ко мне, придите просто на полчасика, там делов-то 15 минут, 10 минут эти подмышки сделать, ну, если так уж срочно нужно. Не брейте. Поэтому прошу вас, не брейте.